Это концертный зал «Украина» – одна из лучших сценических площадок страны. Через несколько часов буквально здесь начнется творческий отчет мастеров искусств Автономной Республики. «Мы имеем право себя показать», – считают крымчане. А сейчас здесь идут репетиции. Большей частью снимать этот репортаж нам приходилось во время репетиции и генерального прогона. На концерте ждали высоких гостей, и режим работы телекамер не был свободным. Чуть позже вы увидите, кто присутствовал в зале на творческом отчете мастеров искусств и художественных коллективов автономии. Название его было уже традиционным для Крыма – «Процветание в единстве». Действительно, организаторы постарались представить самые разные творческие жанры, которыми богат наш полуостров. Ведь удивительная красота Крыма располагает к занятиям искусством, а его, как известно, создают индивидуальности. О том, как проходил отбор претендентов руководителями творческого отчета, рассказывает министр культуры автономии Тамара Аронова. Направление было одно выбрано, это соответствовало той идеологии, по поводу которой мы сюда приехали сегодня. Значит, во-первых, показать профессиональное творчество, профессиональную работу наших коллективов, солистов, художников, фотохудожников. И, конечно, большая выставка развернута. Это народный промысел. У нас представлены сегодня не только они, заслуженные народные певцы, художники, но у нас еще есть лауреаты всяческих конкурсов, победители. У нас с широким блоком представлены молодые вокалисты. И уже, конечно, большая удача, то, что финал у нас заключительный будет наша артистка нашей филармонии Софья Михайловна Ротару. Да, это действительно большой подарок Крыму, что она по-прежнему остается солисткой именно нашей крымской филармонии. Тамара Михайловна, такой вопрос у меня к вам. Вы этим концертом занимаетесь, я так полагаю, уже не один месяц, наверное, да, готовите его. Но последние дни очень плотная шла работа. Вы удовлетворены тем, как будет представлен Крым сегодня на этой, в общем-то, первой площадке сценической страны? Да, но это первая площадка сценическая для всей страны, но она для многих сегодня, для наших коллективов, она первая вообще в жизни. И дай бог не последняя, чтобы не последний раз нас сюда приглашали. Та подготовка, которая проведена, да, я сегодня вполне довольна тем, что происходит. Самое главное, чтобы мы сегодня, вот то, что мы хотим сегодня петь и сказать со сцены, чтобы нас услышали. Что мы не просто привезли от того, что время пришло, а именно за эти 50 лет вот мы хотим показать, вот есть такое лицо у Крыма. И вот мы сегодня, пожалуйста, мы поем на татарском, мы поем на русском, на болгарском, на многих языках, потому что у нас их более 120 проживают в Крыму, на таком маленьком полуострове. Судя по творческому замыслу авторов программы, концертный зал Национального дворца Украины в последние февральские дни должен был наполниться теплом уже по-настоящему весеннего Крыма. Мы за это время столько интересного сделали в Крыму, что вот не стыдно идти к киевлянам. И я себя уже где-то давно причисляю к крымчанам, но тем не менее у меня особое такое чувство теплое такое, потому что действительно я дома. Но самое главное, что есть что показать. Есть что показать. И не только вот как художественная самодеятельность там или мастера искусств, но мы можем сейчас смело говорить киевлянам о том, что сделано в Крыму. А в Крыму сделано очень много. Но я не могу сейчас не сказать самые добрые слова в адрес руководства государства, потому что без поддержки Леонида Даниловича, без поддержки премьер-министра, наверное, мы не смогли бы сегодня с такой вот чувством гордости быть на этой великолепной, прекрасной сцене. Открывал концерт симфонический оркестр Крымской государственной филармонии. Звучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром номер 3 «Аве Мария» без преувеличения выдающегося композитора современности Алимдара Караманова.
Начало концерта было классическим. Первыми выступили перед киевской публикой солисты филармонии Украинского музыкального театра. А потом крымчане продемонстрировали свое мастерство и в народных песнях и танцах, и в современных жанрах. Реакция киевской публики на все концертные номера была одинаково доброжелательной. Радуют сердце, радуют, радуют, скоро сбудутся чьи-то мечты. Падают звезды, падают, падают, не вернутся им больше назад. Падают звезды, падают, падают, неизвестно летят наугад. Кстати, руководители творческого отчета не ограничили киевскую публику исключительно музыкальными номерами. В фойе Национального дворца Украина представили свои работы крымские фотохудожники и живописцы, мастера народного костюма и художники по дереву. Ну, что вы думаете о нашем творчестве? Нам подобається, що відроджується костюм ваших різних національностей. Подобається те, що люди стали вишивати, є вишиванки, кружева. От. І дуже нас вразила виставка фото. Прекрасні майстри, які показали колорит, природу, пейзажі, людей, образи людей на цій виставці. А от якесь відчуття Криму у вас з'являється після того, як ви подивилися всі ці роботи? Ну, ми ще всі роботи не побачили, але відчувається, відчувається. Мені б хотілося, щоб у вас йшов лад, щоб кримським народам, які хочуть проживати на своїй вільній, рідній землі, щоб вони мали цю можливість, щоб вони були щасливі. Щоб жили заможно, а не були ці труднощі, які у вас ще є. Отдельний стенд був посвящен літературі, яку видають в Криму. Представлено видавництво тут як державне, так і частне видавництво. Большая доля, мабуть, теж касаючись культури. Большинство книг на русском языке, украинском, крымско-татарском. Вот какова сейчас доля в издательствах Крыма книг на этих трех языках? Я считаю, что она равноценна. Сейчас таких проблем нет издать на каком языке. Главное, чтобы было финансирование и было доброе отношение. Издать можно все сегодня. Издатели готовы работать на любом языке. Специалисты имеются в каждом издательстве. И уровень книг, я думаю, за них не стыдно. Но вернемся в концертный зал, в котором более 2,5 часов публика знакомилась с творчеством крымчан. Жизнь чрезвычайно богата неожиданностями в искусстве. Особенные надежды, как правило, связаны с творчеством молодых. И они достойно выглядели на этой первой сцене страны. Концерт, вот вообще любой, это всегда праздник. Ну а тем более на такой сцене, где аппаратура, где такие прекрасные люди с нами выступают. Это... Ну мы можем сказать, что мы выступаем во Дворце Украины уже не первый раз, а третий раз. И этот третий раз для нас, конечно, каждое выступление, оно особенное. И, конечно же, всегда очень важно. Для нас это всегда праздник, да. Мне было 24 года, когда я впервые с отчетом вот нашей Крымской области тогда выступала на этой сцене. Вы знаете, время проходит и, конечно, просто меняется. Кажется, что в молодости все это как-то иначе. Но тем не менее, вот когда я сегодня вышла на эту сцену, у меня такой же трепет был, как тогда, в те далекие годы. И я считаю, что это очень важно, когда мы, вот, молодежь, и мы, в общем-то, уже мастера, можем выступить за честь нашего Крыма. Это здорово. К сожалению, рамки этого репортажа не позволяют показать всех участников концерта. Мы приносим за это им свои извинения. А вот разговор о состоянии культуры в Крыму с председателем Верховного Совета Автономной Республики Борисом Дейчем получился намного шире. За последнее время много сделано для воссоздания картины галереи Вазовского, благодаря лично Леониду Даниловичу туда, государственная программа по реанимации этого
культурного наследия великого художника, реконструкция и восстановление Бахчисарайского памятника, тоже государство вкладывает, музей Чехова в Ялте. В последние годы много было сделано для реставрации Русского театра имени Горького. И я думаю, что набирая темпы в экономике Крыму и в целом в государстве, подходит время вкладывать финансовые ресурсы в культуру, в здравоохранение, в образование, потому что по-другому государство жить не может и продвигаться дальше не может. Хочется, чтобы сегодняшний отчет тоже был показателем достижений в культуре, в науке, в образовании, потому что тут будут показаны и дети, и знаменитые артисты, поэтому, конечно, волнуюсь. Настоящий талант время только оттачивает, шлифует, как бриллиант. В финале творческого отчета «Крымчан» на сцену вышла герой Украины, народная артистка сразу трех стран – Украины, России и Молдовы – София Ротару. И это стало причиной особой гордости, потому что представляла София Михайловна наш полуостров. Right.